Россия находится на первом месте по инвестициях у экономику Гомельской области. Сегодня у регионе зарегистрировано 441 предприятие с российским капиталом. Более за 500 наших организаций поставляют продукцию Украину-суседку. У рамках погоднения открываются великие махчимости, что в вынику принесет великую корысть Беларуси и России. Магаданской области готова к сотрудничеству. Сейчас мы услышали хорошие слова, что главное богатство Гомеля – это люди. Мы также говорим о том, что главное богатство Колымы – это люди, которые там трудятся, живут. Мы тоже хотим вас познакомить с нашим богатым краем, с нашими людьми, которые любят свой край. И те дни пребывания нашей делегации на земле Гомеля, мы вам хотим сказать огромное спасибо. Супрацовництво даст махчимость узмацнить межрегиональное взаимодействие не только у экономичной сферы, але и у многих инших напрямках.